Дракс, я... Не хочу разговаривать. Понимаю. Мы все малость выдохлись. Ты попробуй отдохнуть, что ли. Эй! Снова орать будешь? Что? Нет! Мне сейчас не до разговоров. Ты тост свой забыла. Помнишь случайно, что я хотел сделать с сенсорами? Я лишь Грут. Я же тебе об этом сказал. Я сказал, Грут, напомни мне, бла-бла-бла, сенсоры. Я лишь Грут. Ну да, почти вспомнил. Середину не помню. Надо было записать. Серьезно? Как ты... У меня будут блохи. Давай, детка. Кыш, кыш. К черту. И постель воняет. Класс. У нас свой корабль, и это наша каюта. Места маловато. Какой у тебя? У меня? Причесон. Что это? Что происходит? Ты это... И я? Вставай. Говорящий енот ждет. Тебя все ждут. Ракета, да, он там. Исправлял какую-то поломку. Слушай, если мы типа известный космический герой, тогда почему убегаем от противника? Все так сложно. Все просто. Хватит уже бегать. Кстати, мы сели. Грот хотел дать тебе поспать. Прикинь? Сколько я проспал? Достаточно. Всю дорогу до карантинной зоны. Стой, а почему мы здесь? Квилл, ты хочешь починить... Есть! Пошли! Гляньте, кто глаза продрал. Грызун распоряжался, пока ты спал. Да-да, знаю. А ты не спешил. Что? Ники? Откуда ты взялась здесь? Ты обещал вытащить меня отсюда. Я помню, но... Ники! Держитесь от этой штуки подальше! Я и без тебя знаю! Нельзя убегать от наших проблем.
Это ведь я виноват во всем этом! Мы должны были быть героем! Нет! Все не так! Нужно бросить вызов страху! Принять ответственность! Ребята! Простите! Не знаю, что делать! Нет, знаешь! Знаешь! Оставь меня в покое! Не преследуй меня! Что ты делаешь? Герои не сбегают! Это все какой-то бред! Нет! Все не так! Получай, уродливое чудище! Питер Квилл! Питер Квилл! Питер Квилл! Питер Квилл, вставай! Дракс, мы же договорились, прекрати. Твое внебрачное дитя не ошиблось. Ховард и Камария воскреснут. Да, ясно. Необходимо лишь верить. Дракс, не надо меня так пугать. Я сообщил благую весть, Питер Квилл. Ты потерял близких. Маму, ту женщину Кри. Тебе известно, что такое боль утраты. Дракс. Но вера и обещание матриарха воскресят наших близких. Дракс, я не... Ты ведь принял обещание или нет, Питер Квилл? Конечно, я принял его. Просто в восторге от того, что увижу маму снова. И примкнешь к дочке. Да, ты прав, прав, к моей дочке. Знай, ее свет — это правда, Питер Квилл. Да, правда и свет мертвы, но живы, моя дочь. Все суперкласс. Я весьма рад. Но вот что. В остальных я не уверен. Древесный может и прозреет, но я боюсь, что убийца и грызун устоят. Выходит, они угрожают нашему делу. Ликвидирую их. Нет! Почему? Мы же одна семья. Ты... Дай им шанс. Решение непростое. Ты правда веришь, что они примут обещание? Я знаю. Скажем, Гамора. Ее папа Танос. Ей же придется в себе покопаться, прежде чем она уступит. А ракета? С чего начать? Это ходячий научный эксперимент. То, что Ники, то есть матриарх, предлагает, это все для него в диковинку. А древесный? Ну, ты же сам сказал. Он прозреет. В смысле, это Грут, да. Наша опора. Убедил, Питер Квилл. Круто. Это хорошо. Я скажу остальным. В этом нет нужды. Приведем матриарха сюда. У них будет время поразмыслить над ее обещанием. Ты прав. Прав. Потому что до нее миллион световых лет. Это ж пока долетим. Мы уже сели на ее планету. Что? Зачем? Зачем тебе это? Если бы ты и правда принял обещание, ты бы знал. Может быть, тебе лучше подождать здесь и подумать о своей вере. Стой! Дракс! Давай все обсудим! Класс. Эй, Квилл, ты там? Надеюсь, ты не помер. Квилл? А, ракета, я здесь! Ох, Валахале! Питер, ракета, почему меня заперли в каюте? Ну, Дракс, кажись, в церковнике подался. Ты серьезно? Я есть Грут.
Понимаю, это просто бред. У Дракса в голове тоже бред. И, возможно, он привел корабль к Сакралии, чтобы отыскать матриарха. Но don't worry. Don't worry? Да, ну, как в песне. Be happy. Может, мне удастся активировать систему самоуничтожения Милана? И это твой план? А у тебя есть лучше? Сложно думать, когда Питер поет. Я думаю. А, думай не здесь. Кончай петь! К твоему сведению, Космоламе мой голос нравится. Ее зовут Ками. Точно. Мы заперты, но она нет. И что? Она тупая. Но она может нам помочь. Передашь на мой планшет чертежи корабля и сигнал с камеры. Хорошо. А зачем? Хочу узнать, где Ками. Готово. Лови. Так, я ее вижу. Гамора, давай, спой что-нибудь. Зачем? Просто пой. Я пою песню, надеюсь, тебе нравится, потому что мне самой нет. Ей не нравится. Пошел ты! Да, классно. Она откликается на пение. Если заманить ее к той панели, рядом с рубкой... Аварийное открытие дверей. Да. Вы, главное, пойте. Я постараюсь подманить ее с помощью динамиков к панели. Она все жует. Ами, Космолама. И к тому же ей совсем не нравится мой голос. Don't worry, be happy. And that will bring everybody down, don't worry. Мы спасем. Мы всех спасем. Так больше не могу! Ну давай, девочка, попробуй кусочек. Делай свое дело, зубастая сволочь. Народ, она ее жует! У нас получилось! Мы не на Сакралии, мы на планете. Ну и на том спасибо. Делаем ноги отсюда, пока Дракс не вернулся с новой подружкой. Вместе матриархом! Ракета, стой! Мы не можем бросить Дракса. А он еще Дракс? В смысле, его ведь обратили. И что? Мы его отыщем и вернем обратно. Ты говоришь о том, чтобы похитить Дракса-разрушителя? Вот именно, разрушителя. Мы в таких передрягах бывали, столько повидали, и вдруг бросим его. Дракс еще наш друг. Этот нам больше не друг. Не вынуждай меня отдавать приказы. Ты чё, на меня свои пушки наставил? Нет, пока нет. Я просто хочу, чтобы ты понял, как всё серьёзно. Мы остаёмся. Ух ты. Вмять, Квилл. Смотрю, ты вовремя решил проявить норов. Ладно,
Я в деле. Еще возражения? Нет. Ладно. Я из Грут. Круть. Тогда найдем нашего друга. Ну что, вперед! Только не это. Ты знаешь, где мы? В какой-то лагуне! Мерзкий хвост! Сколько раз вам повторять? Я ненавижу воду! Эй, не я тут корабль сажал, а Дракс. Эй, ну и гадость! Да что ж такое? Я намочил шерсть! Ракета, ты цел? Дракса! Ненавижу воду! Ненавижу мастер! Ненавижу работать бесплатно! Мы тут не работаем. Мы Дракса спасаем. Ребята, это Ламентис, планета жрецов Памы. Еще религиозные фанатики. Супер! Они не фанатики. Они пацифисты, бежавшие. Пацифисты. Еще хуже. Я есть Грут. Ты видел их на забвении? Откуда они бежали? С Халы. Бежали от преследования Крип. Мы же не над океаном пойдем. Частично, да. Не падай в него, не намокнешь. Не беспокойся, ракета. Если что, Гамора за тобой прыгнет. Да ну. Ну да. Потому что мы команда. А Гамора из нас самая спортивная. Ай, лучше утонуть. Так что там у нас по плану, когда... А вот это раз. Лживый злодей. Где она? Где матриарх? Стой! Отпусти его! Дракс, приятель, полегче! Она позвала меня сюда, склеить осколки. Ракета, да помоги же ты! Здрасте. Мандис? Как ты... Что? О, это! Лесо научил меня как-то бить в одно место в разных временах. Или Том Фат в будущем научит. О, не бойся, злюка невредим. Ну, почти что. Что мы здесь делаем, Мандис? Я его позвала. На забвение. Увидела время в его мыслях. Ложь, как путы. Что мне оставалось? Подкорректировать курс, очевидно. Все хорошо. Со мной будь. В тиши и мраке. Это тоже твоя бывшая, Квилл? О, нет. Не в этом времени. Идем вперед, в пещеру Жути. Не понял? Пещера Жути, где сойдутся самые мрачные наши пути. Мрачные в том смысле, что неизвестные. Ну, может, и плохие. Но точно не хуже, чем увиденное мною будущее. Вот там все плохо совсем. Беспросветно. Вам лучше и не знать. Кто-нибудь, переведите мне это. Я есть Грут. Я говорю... Говорила, о чем я успела вам рассказать? В пещере Жути? Да, точно. Большое сердце несет в себе столько печали. Во всех вариантах будущего он сломлен. Но в каких-то мы его спасаем. В этом. И мы пришли. Здесь кота-те пускают корни.
Итак, чисто для справки. Есть варианты, где мы с тобой... Питер, хватит. Верно. Что за катати? Я есть. Грут. Люди растения, как Грут, но отстойные. Катати – высокоразвитая раса миролюбивых созданий, наделенных медитативной силой. А еще они стерегут тайны древней пещеры. А перерыв сделать они могут? О нет, они к этому относятся серьезно. У нас один лишь выход – воззвать как бесконечный мудро... Я есть Грут! Впустили! А что именно мы здесь ищем? Она знает. То, что может помочь Драксу. И мы поверим на слово этой чокнутой? Она не чокнутая. Жутковато. Да уж, жутко. Жутко опасно. Нам точно сюда надо.